Здравствуйте, меня зовут Ольга Красько, я победительница в женской номинации по ножевому бою. Я очень рада, что ножевой бой развивается, он уже и в кортинге. Надеюсь, что в будущем в женской номинации будет побольше девушек, потому что, несмотря на то, что это спорт, он не травматичен, ну, относительно не травматичен, но он очень хорошо развивает скорость, это кардионагрузки, что для женщин это очень даже хорошо. Так что приглашаю девушек на ножевой бой.